Есть встреча, то есть с министерствами, то есть, значит, и каким-то образом они с вами сейчас взаимодействуют, да? Значит, проблематика практически во всех министерствах, она знакома, она не нова, потому что мы и до встречи с губернатором эти вопросы отрабатывали. Я вот, наверное, не озвучил еще и проблему, связанную с твердокоммунальными отходами, да? И с этим министерством мы отрабатывали, и про эту проблему знает сегодня Ачинский район, практически окружен, да, несанкционированный свалками. Угу. Да, забиты свалки временного накопления, которые строились когда-то по инициативе регионального оператора. Для этого были выделены средства. Сегодня региональный оператор говорит, что эти площадки временного накопления мне не нужны, а для того, чтобы их освободить, вывести и освободить от мусора, мне нужны дополнительные средства. Поэтому вот с этой проблематикой мы тоже обращаемся в министерство. Очень плотно мы работаем с Министерством промышленности и жилищно-коммунального хозяйства. То есть я вот начал с того, что в прошлом году чуть более 5 миллионов рублей выделялось для сферы ЖКХ. В этом году, ну, благодаря тому, что мы вообще эту проблематику донесли до министерства, убедили, что нам нужно помогать, в этом году нам выделяется 26 миллионов 800 тысяч только из резервного фонда. Из фонда Министерства промышленности ЖКХ 10 миллионов. Ну и из собственных средств мы вкладываем из собственного бюджета более 8 миллионов рублей. Ну, сами понимаете, да, если отвечать на ваш вопрос, вы отрабатываете эти вопросы с министерством, да, что просто так эти деньги нам не упали. Понятно, что мы, во-первых, обозначили проблематику, мы доказали необходимость привлечения этих средств, и эти средства получены. Конечно, они получены поздновато, и времени для их реализации, ну, практически не остается. Но у нас варианта нет, других вариантов нет, мы их должны реализовать. Это не обязательно произойдет к 15 сентября, к началу отопительного сезона, но до конца этого года мы их обязаны реализовать. О тех проблемах, которые озвучены были губернатору, да, и которые теперь уже на его контроле, да, о каких-то хотя бы примерных суммах уже можно разговаривать? Сколько потребуется, чтобы это все решить? Ну, хотя бы чисто. Значит, суммы мы конкретно заявили, потому что, повторюсь, мы к этому готовились, есть сметы определенные. Ну, для того, чтобы избавиться от проблем, связанных с твердокоммунальными отходами, да, ну, порядка 30 миллионов нужно. Да, для того, чтобы разрешить проблему с водоотведением, это сумма более 200 миллионов. Если говорить о котельных, да, которые сегодня в неудовлетворительном состоянии, ну, порядка 100 миллионов. Вот такие суммы. Это огромнейшее. Я не тешу себя надеждами, да, что мы получим средства вот в таком объеме, которых я озвучил, да. Ну, я думаю, что частично мы проблемы должны снять с помощью правительства Красноярского края, с помощью вот Александра Викторовича, который побывал у нас, увидел нашу проблематику, услышал, но и отреагировал должным образом. Петр Яковлевич, ну и губернатор дал определенную оценку и социально-политической обстановке в Ачинском районе, говоря о ее стабилизации. Это оценка извне. Хотелось, чтобы вы, как глава района, мы это видим, что проведена определенная и кадровая политика вами, дали бы оценку сегодня своей команде на предмет ее работоспособности и дальнейших планов. Смотрите, наверное, рано давать оценку и команде, и вообще нашим отношениям, в том числе отношениям с депутатским корпусом. Ну, то, что отношения с депутатским корпусом выстраиваются, налаживаются, и то, что они стали лучше, я думаю, это видно, очевидно и понятно. Что касается моей команды, да, администрации, ну, правда, я бы вот воздержался давать оценку на этом этапе. И, наверное, такую оценку должны дать жители, в том числе депутатский корпус. Но времени для этого, наверное, еще маловато, несмотря на то, что, опять же, позитивные подвижки есть и улучшения в работе администрации есть. Я их вижу, но хотелось бы, чтобы их увидели еще и люди.
Ну и визит губернатора, ну, достаточно был неожиданным, по крайней мере для нас, для журналистов и для общественности, в Ачинский район. Тем не менее, губернатор проигнорировал, например, город Ачинск. И сейчас я понимаю, в связи с тем, что Александр Викторович побывал здесь и поставил определенные задачи, я так понимаю, и на вас теперь лежит дополнительная ответственность. Да, вот с чего начал, да? Что губернатор дал определенную оценку, такую положительную, да, вот работе администрации. Потом абсолютно правильно сказали, на мне лежит серьезнейшая ответственность, да, мне нужно не только вот как-то сохранить это на таком же уровне, да, вот нашу работу, наши взаимоотношения с депутатским корпусом. Я думаю, что ее надо вывести на новый лучший виток. Вы упомянули Каменку. Вот я знаю, что там была проблема с большими девятисотными домами, что практически жители требовали еще одного обследования, оно было только первое проведено. Что они говорили, там полы у них шатались и так далее. Сейчас есть такие жалобы? Нужно ли проводить дополнительное обследование? Пока не готов сказать. Мы вот разговаривали с управляющей компанией. Как мне сказали, что они готовы локально все эти протечки заделать. Ну а в следующем году мы ожидаем капитальный ремонт кровли всех 6 многоквартирных домов. Только кровли? Пока только кровли. Но в том числе обратились губернатору с просьбой перенести ремонт всех остальных видов работ, ну это вся инженерная инфраструктура, тоже на 2022-2023 год. Ну там в том числе там инициатива от жителей должно быть соответствующее собрание, протоколы, решение о переносе, да, вот. Поэтому здесь тоже предстоит определенная работа. Вот не скажу, не отвечу, нужна ли сейчас там дополнительная экспертиза. А то, что дополнительная экспертиза нужна по домам в личном хозяйстве, это однозначно, потому что сегодня у нас есть ряд людей, которые судятся с Министерством обороны, которые пишут письма, в том числе и к нам, мы стараемся им помогать. Ну, в меру сил, в меру своей компетенции, скажем так, да, мы тоже обращаемся в Министерство обороны, не всегда получаем ответы, не всегда получаем адекватные ответы. Поэтому вот, в разговоре с Александром Викторовичем я сказал, что без помощи правительства Красноярского края нам не обойтись в этом вопросе. И он тоже обещал здесь поддержку. Там еще одна есть проблема. Угу. Высокие тарифы. Что связано с котельной? Ну да, наверное, да, потому что существующие котельные, они предусматривают все-таки теплоснабжение, ну, всего военного городка со всей инфраструктурой. Понятно, и когда эта котельная остается для отопления только вот небольшого количества домов, ну, себестоимость производства тепла, конечно, возрастает. Поэтому вы абсолютно правильно проблему затронули. И здесь ну, не должно это ложиться бременем на жителей. Здесь должны быть субсидии как компенсация выпадающих доходов. Ну вот, честно говоря, эту проблему мы с губернатором не обсуждали, ну, с Министерством промышленности ЖКХ при подготовке всех вопросов мы эту тему тоже обсудим, затронем, попытаемся найти решение.